Да, кстати, пока у нас выдалась такая пауза, в следующий раз мы играем 23 августа на Boy Scout Fest. Это будет выходить на природе, будет много веселых людей, замечательные выпивки и хорошей музыки. Так что, так сказать, ищите скоро в нашей группе объявление об этом замечательном мероприятии. Следующая вещь тоже с нашего предыдущего альбома. Вот, играем ее сегодня эксклюзивно, в отличие от Санкт-Петербурга, в котором мы ее не играли. В общем, она достаточно актуальна по той простой причине, что, ну, в общем-то, у нас закончились темы для песен протестовых, потому что, как вы все знаете, в России у нас все заебись, все прекрасно, все живут хорошо, и петь нам, в общем-то, таким протестовым парням больше не о чем, поэтому мы будем петь о более банальных вещах. Ладно, мы начинаем.